Реализм и реактивность. Сальто с канатом. Очень важно для симулятора рестлинга, да и для любой другой игры, чтобы персонажи выглядели как настоящие люди. Пристегните ремни, господа. Эта графика просто невероятная. Конкретно все приемы, все трюки наши смотрятся как в реальности. Все шрамы и ссадины, как на самом деле. Как будто все взаправду. В игре деремся реально мы. Не какие-нибудь бездушные аватары или карикатурные изображения. Нас воссоздали с помощью лазерного сканирования и антропометрии. Это удивительная технология, если говорить о реализме этой игры, то реальнее просто не бывает. Мы записали, как борцы выполняют свои коронные приемы. В игре вы сможете сделать Styles Clash AJ и воскликнуть это же как по-настоящему. А как же иначе, если он сам его для нас сделал? Приготовьтесь, господа! Несмотря на всю помпезность этой игры, движения борцов в ней воссозданы с полным реализмом. Все приемы с использованием канатов, все удары достоверны. Если поднять бойца в воздух, то он начнет махать руками. У нас все гораздо реальнее, чем в других играх про рестлинг. Один из бойцов попал под жесткий прессинг. С первого дня работ мы целились на полную реконструкцию атмосферы боев Impact. Включив эту игру, вы услышите знакомых комментаторов, увидите знакомые залы, арены, повторяющие свои реальные прототипы даже по вмятинам и застарелым пятнам крови. Мы даже фотографировали канаты, чтобы воссоздать их текстуру. В общем, готовьтесь окунуться в мир боев без правил целиком и полностью. Бой выходит за пределы ринга! Для игр типа TNA Impact очень важно сохранять частоту обновления 60 кадров в секунду. Раньше в подобных играх вы нажимали кнопку, и удар следовал только через долю секунды. Совершать молниеносные атаки в таких условиях невозможно. Частота обновления в 60 Гц и наша система управления позволяют персонажам совершать удары именно в миг нажатия кнопки. Скорость их реакции моментальная, что очень приятно. Мы добиваемся того, чтобы людям понравилась наша игра за геймплей, за управление с его повышенной реактивностью. Не только за красоту и насыщенность, которые в ней, безусловно, есть, но и потому, что в ней вы видите происходящее с частотой 60 кадров и чувствуете, что можете полностью управлять своим персонажем. На первый взгляд, переход от 30 кадров в секунду к 60 кажется не таким уж значительным. Но опытные рестлеры со мной согласятся, в бою это имеет огромное значение. TNA Impact. Выход в сентябре. Покупайте!